В Северском районе стартовали Дни армянской культуры. Первое мероприятие прошло 21 марта в ДК «Станицы Северской». Пришедшие смогли познакомиться с богатыми традициями армянского народа. Представители этой национальности внесли и продолжают вносить огромный вклад в развитие района. Среди них писатели, учителя, предприниматели, медики и успешные спортсмены. Афипчанин Артем Костанян, например, несмотря на тяжелый диагноз, при поддержке любящей мамы Кристины, не единожды прославил район на краевых и всероссийских соревнованиях по боча. Это паралимпийский вид спорта с мячом, похожий на боулинг. Армяне принимают активное участие и в культурной жизни муниципалитета. Я считаю, что каждый из вас вносит неоценимый вклад в развитие жизни и благоустройства в Северском районе. И я считаю, что только сообща вместе мы можем добиться успеха. В течение года у нас будут проходить дни и недели национальных культур наиболее многочисленных диаспор.